Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин antlife.com.ua. В предыдущем видео я обещал снять обзор по автономности работы того или иного смартфона в рамках больших диагоналей, то есть 5 и 7+. И сейчас перед вами, по моему мнению, 4 самых популярных, 4 самых покупаемых и 4 самых надежных модели, которые называются следующим образом. Первый у нас INUI 2000 TSL W7S. Это у нас Цезарь A98-00 и это Zoppo 950+. Давайте пройдемся, посмотрим, сколько же нам производитель заявляет миллиампер-часов на том или ином аккумуляторе. На данном аккумуляторе, то есть это INUI 2000, видите, 2600 миллиампер-часов. Я сразу же буду их включать и там уже дальше будем смотреть. TSL W7S, это у нас 2300 миллиампер-часов. Идем дальше. Цезарь A98-00. Как мы все знаем, у Цезаря идет, скажем так, два OEM-овских аккумулятора в комплекте, в отличие от 950+. У него идет один оригинальный. Вот на этом аккумуляторе у нас заявлено 3200 мАч. И оригинальный Zoppo 950+. На аккумуляторе у нас заявлено 2500 мАч. И включаем тоже данный смартфон. Итак, тестирую я данные модели в программке Antutu Tester. Есть там очень интересный тест батарейки, и сейчас мы это все посмотрим. Значит, программа замеряет время, показывает это время в баллах, свойственных только себе, то есть, ну, по-своему она показывает. Время, за которое программа в стандартном режиме работы разрядила аккумулятор со 100% до определенной отметки. И давайте смотреть. Первым у нас идет INUI 2000, который мы протестировали, и данная модель у нас набрала 588 баллов. Из всех четырех наших смартфонов это самый низкий показатель. Следовательно, вот эти вот 2600 на аккумуляторе, это неправда, по моему мнению. На третьем месте из четырех у нас идет TSL W7S и его 595 баллов и 2300. Еще раз расскажу, 595 баллов это означает, что 595 мы делим на 3, получаем количество минут, за которые программка разрядила данный смартфон. То есть это время, вот, допустим, там 3 часа, 4 часа, эта программа тестировала данную модель. Ну и первые два места это у нас техника от завода Zoppo. Это у меня скриншоты, не пугайтесь вот этим вот нижним сенсорным кнопочкам. Итак, Цезарь у нас набрал 689 баллов и оригинальный Zoppo 950+ набрал 748 баллов. То есть можно сделать, во-первых, вывод о том, что вот этот вот аккумулятор у Цезаря, который, на котором написано 3200, и вот этот вот оригинальный Zoppo 900, оригинальный 2500 мАч аккумулятор, скорее всего, это одни и те же аккумуляторы. Плюс в OEM-овской версии аккумулятор может быть даже хужего качества. Второй вывод следует сделать о том, что техника Zoppo, телефоны Zoppo, большие смартфоны от Zoppo, более, скажем так, автономно настроены. У них более качественные аккумуляторы, это раз, это бесспорно. И плюс ко всему у них софт, то есть прошивки, скажем так, запилены под нормальную работу. То есть, покупая данные смартфоны, либо Цезарь, либо Zoppo 950, вы можете смело рассчитывать на то, что ваш смартфон будет работать долго и надежно. Это мой такой маленький тест. Вывод, какой покупать телефон, делать, конечно же, только вам. А я хочу вас только поблагодарить за внимание. Всего доброго!